Участники соревнований 70-летию победы в Великой Отечественной войне построены. Главный судья соревнования Масленников. Добрый день, доброе утро. Пусть победит сильнейший. Внимание, первый забег у нас состоится между школ, первой, второй и техниумом. Чтобы он четко взял в руки, хорошо? Он смотреть не будет, ты ему... Все девушки. Молодца! Давай, давай, давай! Thank you.
все года. Земля тонула в ярости огня. И бойцом, и маршалом страны, и рядовым поклонимся и мертвым. Поклонимся, друзья! Спасибо.
Вася! Они пройдутся с песней строем. Итак, начинаем. Oh!
Внимание! Говорит Москва. Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Германия полностью разгромлена. Задохнулись канонады. В мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы. В Великой Отечественной войне с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Горести последнего дыхания, тогда и будем пустотою обраны. Когда не в силах будем вспомнить слезы матери, как скорбью облачали себя вдовы, так рваной болью хлеб черстел над гранями. Смиримся, что к бездушию готовы мы. Домой было крест нести, что проку будет от святых наших распятий, когда не вспомним ни имен, ни лиц солдат. За пулевых отверстий, как взрывами хребты ломали здания, что будет в нас тогда сильнее смерти. Во имя победы, победы, завоеванной великой ценой, миллионов жизней отданных за Родину. Они и сегодня с нами, солдаты и офицеры Великой Отечественной, нашей памяти. Сегодня дестровчане чтят память шествием бессмертного полка своих близких, своих героев. Время берет свое. Ветераны уходят. Но они нам оставили мир, которым мы должны беречь, сохранить его. Всем ветеранам я желаю крепкого здоровья, низкий вам поклон. Всем нам желаю мира и добра. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые коллеги, жители города Днестровска, искреннее поздравление с Днем Великой Победы. 9 мая 1945 года стал поворотным днем в истории Советского Союза и всего мира. Грозный завоеватель нашей земли был окончательно разбит и повержен в Берлине, а фашизм претворен в столбу позора. Враг всего человечества. Мы выстояли благодаря единению не только солдаты на фронтах, но и миллионы тружеников своим трудом приближали этот день победы. Этот день стал символом единства народов, великой доблести, мужества и любви к Родине. Коллектив «Молдавский Грес» всегда помнил и заботился о ветеранах. Мы всегда скорбим, когда они из жизни уходят. Поддержка ветеранов была и остается одной из социальных задач «Молдавский Грес». Спасибо вам, дорогие, за великую победу. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира и добра всем нам, наследникам победы. Спасибо. Дорогие ветераны, уважаемые жители города Днестровска, 70 лет счастливой жизни нам были подарены 9 мая 1945 года. И это воистину бесценный дар, ибо он был оплачен миллионами жизней воинов и жителей. С Днем Победы! Ветеранам здоровья, счастья, удачи! Пусть здравствуют работники тыла, дети войны, блокадники! Нам всем мира и добра! Сегодня Великая Россия, как правопреемница Советского Союза,
предпринимает огромные усилия для того, чтобы память об этой войне была увековечена. Чтобы воин-освободитель был воином-освободителем, а не оккупантом. Чтобы памятник советскому солдату не был заменен на кого-либо другого. И наша задача сегодняшних живущих, будущих поколений, делать все возможное для того, чтобы историю не переписали, чтобы историю помнили, чтобы истории подвигов наших дедов гордились. Хорошего настроения и пожелать вам долгие лета. Дорогие друзья, с праздником Великой Победы! Дорогие жители города Днестровска, дорогие гости, сегодня великий праздник Великой Победы. Мы дети послевоенные или дети войны. Мы знаем от своих отцов, дедов, эти беды, которые они пережили, с какой кровью они добыли эту победу. Победу действительно большой кровью, которая унесла 27 миллионов наших людей, людей Советского Союза. Что я хочу? Я хочу призвать вас всем помнить об этом и проносить эту историю, будем говорить, через все наши будущие поколения. Присутствующим и всем я хочу пожелать здоровья, благополучия. Разрешите вас всех поздравить с этим праздником и пожелать вам счастья, мира, благополучия, и чтобы всегда над вашей головой светило яркое солнце и всегда было синее мирное небо. Поздравляю вас с праздником. Казаков-защитников Приднестровья, от нашей молодежи поздравить вас с 70-летием Великой Победы. Пожелать вам здоровья, мира и счастья на нашей земле. Благодаря вам мы живем, трудимся, растим детей. Благодаря вам, которые прошли через такие невзгоды, через лишения, потери близких и родных, мы выражаем вам огромную благодарность и обещаем вам, что мы принесем память о вас, о вашей победе, о вашем подвиге нашим детям и внукам. У высоких берегов Амура часовые Yeah.
50-летием Великой Победы наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Мы поздравляем наших соотечественников! Дошли до конца. Только надежда в то, что Господь не оставит, и что эта победа случится, их вела дальше. И эта любовь друг к другу, она творила добро. И она помогала идти дальше, опять же. Мы все понимаем, что только через страдания, через скорби, через... И вот это очень важно, чтобы мы в своих сердцах сегодня не забыли за други своя, ибо сказано Господом, что нет больше любви, чем отдать жизнь свою за друзей своих. И вот если мы это поймем и посеем в наши сердца... Андреев Алексей Филиппович, Онищенко Иван Дмитриевич, Антосьев Иван Иванович, Белицкий Андрей Семенович, Бахрушев Александр Васильевич, Пасов Геннадий Александрович, Борисов Николай Павлович, Березлев Илья Иванович, Виноградова Мария Федоровна, Ворон Андрей Пантелеевич, Гордиенко Фаина Петровна, Грошев Виктор Михайлович, Ганин Николай Яковлевич, Гелетин Александр Михайлович, Гречко Александр Дмитриевич, Забелинский Василий Сергеевич, Исаев Василий Михайлович, Иваско Георгий Степанович, Кукса Семен Никифорович, Кармадонов Игнат Николаевич, Кузин Василий Васильевич, Кучумов Борис Константинович, Убянский Александр Григорьевич, Калашников Василий Константинович, Камаха Яков
Михайлович, Кифа Давид Филиппович, Корнилов Алексей Корнилович, Лаптев Иван Макарович, Лощев Анатолий Павлович, Локтионов Александр Михайлович, Лавринович Виктор Иванович, Лебедева Любовь Демьяновна, Лебедев Владимир Ефимович, Макаров Анатолий Иванович, Морохов Алексей Иванович, Моторин Петр Борисович, Мельников Митрофан Герасимович, Мунциянов Степан Степанович, Пеньков Юрий Федорович, Попов Михаил Ефимович, Попов Валентин Иванович, Петров Василий Иванович, Полубоярцев Лев Семенович, Паников Константин Александрович, Путинцев Степан Григорьевич, Попов Василий Петрович, Саблин Владислав Васильевич, Капрунов Александр Никифорович, Севастьянович Дмитрий Николаевич, Стрельцов Василий Романович, Смык Яков Михайлович, Субботин Степан Ефимович, Турусов Павел Васильевич, Тюлихов Анатолий Иванович, Усачев Сергей Николаевич, Филин Николай Николаевич, Фиалка Василий Парфенович, Фоменко Григорий Владимирович, Фурсов Петр Трофимович, Чернышов Серафим Алексеевич, Чевычалов Андрей Тимофеевич, Черепов Валентин Иванович, Цветков Борис Николаевич, Шабедько Николай Михайлович, Шевченко Федор Афанасьевич, Штатская Мария Макаровна. Вот это, что вы начали.
Хорошего вам учебы и вырубки большие, хорошие друзья.